Любовь наша идет в храм. Старшая сестра нашей общины. Сегодня 17 сентября 2016 года. Вот Неонила Александровна вышла, идет. Вот сейчас должна быть Серафима, если только она не ушла. Это я вокруг показываю Игоря Барабаша. Так, комбайн. О, Людмила. Доброе утро. Доброе. Вот они, молодцы мои какие. Дочка в Барнауле учится, собачку приобрели. И вот теперь она с ней сама бегает, утром занимается, ей полезно. Так, вот это утро. Идут люди в храм. Вот. Видите, деревья как от солнечного света. Возошло солнце. У нас служба с 8, мы еще без 20. И подходит. Даже посмотреть надо на озеро. У нас должны тут рыбаки быть. Приезжает из Корчина Алексей, когда покупали мальков. Алексей Сиськов. И он тоже вложился туда, в них. Это вот храм наш тут. Доброе утро. Идут молиться люди, прославить Творца. Как одеты. В таком возрасте больные, как красавицы выглядят. А люди не понимают этого. Одежда говорит о внутреннем состоянии души. А то не оденешь. Все одеваются добровольно и радуются. И благодарят Бога за все, что живут здесь. Сейчас будут выгонять коров, погонят. Вот. Я попутно технику показать хочу. Погонят. Да, а может быть, уже и угнали. Да, по-моему, нет, не должны бы. Это вот дорога из Потеряевки. Подняли ее. Тут была как яма. Можно было только на Беларуси проехать. Были кто и против. Такие деньги тут. Вот через кладбище будем ездить. Ездить еще ни один через кладбище не ездит. Нанял бульдозер. Там раскопали тоже глина где, потом песок. И щебень. Только вот эта вот щебенка, вот это расстояние, вот оно его видать даже где, вот это. Вот. 232 тысячи рублей заплатить пришлось. Да еще обманули, может, половина только привезли. А что ты сделаешь? Или-или. Другого нет. Дотянули до самой зимы и привезли. И бульдозер не может эти глыбы разворотить. Это вот староста. Ага, скотина еще на месте. Вон она, видать ее. Он уменьшает скотину, старых коров устраняет. Вот везде все техника. Тут и дрова, тут и доски, тут и трактора, и комбайны, и свой бульдозер. Правда, не на ходу или на ходу, не знаю. Комбайнов три. Все старые. Нового нет. Около 300 гектаров земли старается обработать. Вот пугает, что следующая неделя, сегодня 17 сентября, эта неделя будет вся дождливая. Это вот большой склад, 502 квадратных метра, Игорь. Там сейчас ячмень, мы его освещаем. Господь освещал через священников, крестный ход там был вчера. Это увидите. Крестный ход, ролик будет. Все это интересно в деревне. Переезжайте, люди, в деревни. Ищите, где верующие. Лучшего места для воспитания детей вам не найти. Вот Потеряевки. Вот это вот храм. Это окна школьные. А вот дальше здесь это
храм. Его даже видно, там купол. Вот из-за деревьев выходит солнышко, бьет, вот отошел, уже не так. Это все своими руками. Что говорю вот про деньги, нынче я уже около 200. Нет, что 200? О, 200. 250 тысяч только отдал за то, что дальше дорогу продолжил и пруды восстанавливать, там поднимать плотину. Проезд на первом мостике 153 тысячи бульдозеристу только, а потом песок около 12,5, около 70 тысяч за щебенку. Ну и считай, куда это выйдет-то уже. Ой-ой. И в прошлом году за 2,5 года мне пришлось потратить около 1 000 000. Зарыть в землю, как Максим Степаненко говорит, гуру, 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 гуру. Это я гуру. А эти, которые сидят, гуру-то, они ничего не делают, ничего нету у них. Нету. И они не могут показать, иначе бы они показали. Вот эти люди приехали, нашли здесь себя, дети тут вырастают. Вот он дальше едет, Степа, молитвенники, это Игорь Валентинович Глушков. Вот так. Доброе утро. Что-то у тебя вчера, я видел, там дрова в стороне валялись на дороге. Уронил или что? Ну, я там, да, я уже таскал их. Ты мне бы сказал, что это такое там? Что там дрова? Я издалека видал, подъехал, их уже не было. Кто? Я убрал их в сторону, я ж там подъехал к этому, к колунам, и они часть лежали у меня на прицепке. Ну, а там в стороне прям далеко были. Ну, я выехал, потом поехал разворачиваться, чтобы задом... И они упали. И они у меня упали. Я потом вернулся, загрузил их. Ты молодец, лежу, сколько трудишься. Спаси тебя, Господи. Слава. Переколол на дровоколе полностью. Во, вышел наш староста деревни. Так туманец этот. Неладно с этим, с нашим аппаратом. Это... Туманит и все. Лена. Что говорит не мужчина, то боярыня. Что не женщина, боярыня. Писал про наших Макаров Сергей Сергеевич. Так, Сергей придет. Вы его запишите, данные. Доброе утро. Доброе утро. Он уезжать будет в среду. Угу, все. Хорошо. Все данные. И телефон всегда, Лена, записываю людей. Может еще позвонить, забыли. Вот новые, пока я стоял здесь, выходят на богослужение. Исаакий идет, Устинов. Доброе утро. С улыбочкой все идут. О! Молитвенники наши идут. Доброе утро! Господь с вами, помоги, Господи! Доброе утро! Доброе утро! Вот они как, с улыбкой. Там едет Надежда Васильевна, то решил показать немножко хотя бы с улицы. Доброе утро! Маленькая Потеряевка, Ирина идет. Доброе утро! Это Валентина сзади идет, глухонемая, она не слышит ее. О, Надежда Васильевна на велосипеде. Доброе утро! Никита Колесников. Вот догоняют тут. Роман Малыш. Володя Пащенко. Нашел я ролик. Целый. Слава Христу. Целый. А что? Он под 8-м номером шел в литургии, и я оттуда сказал его вычленить, отдельно поставить. А, вон как. Я так, неприятно мне было, что потеряли. Смотри за цифрами. Да, 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 стараюсь. Довез хорошо? Нормально? Богатырей?
Да. Хорошо. Ты скажи, ехали дорогой, там маленько что-то разговаривали? Ну, маленько разговаривали там. Ну, чего они, как? И что, довольны все. Довольны, подарками, да? Подарками такими, да. Не ожидали. Ты подарки-то видел какие? Как? Володин хлеб, соль и солодка. Я никогда, говорю, владыка таких подарков не получал. А ему две пачки. Почему? Я говорю, у него многие приходят, пусть чаем поют. Ну, ладно, слово о соли-то пришлось. Да, очень складно. Ага. А там он около дома у батюшкина, матушка идет, храм. Вон там шевелится. Доброе утро. Идут улыбки одни. Вот какой у нас народ. Там еще, видать, кто-то идет. Вон далеко, осень идет. Все на этом. Отошел.